Программа реконструкции городских дорог в действии. В этом году ключевым направлением станет реорганизация движения на одном из самых загруженных участков Йошкар-Олы в районе Центрального моста. Сейчас строительство нового автомобильного моста через Малую Кокшагу перешло в завершающую стадию. По планам, движение должно быть открыто в начале сентября. Введение в эксплуатацию нового моста позволит увеличить его пропускную способность, а значит, избавит горожан от пробок в этой части города. Построенный более полувека назад центральный автомобильный мост в свое время полностью решил проблему с передвижением как личного, так и общественного транспорта по одной из самых центральных улиц Йошкар-Олы. Сооружение по тем временам капитальное. Оно и по сей день принимает на себя основную нагрузку машинопотока, движущегося из заречной части города в центральную и наоборот. Правда, со своими задачами он давно уже справляется с трудом. Мост – стратегический объект. Посмотрите, какие пробки в городе бывают, когда где-то на мосту небольшая авария. Поэтому мы сделали мост в двух направлениях. Один старый мост остается, подремонтируем покрытие его дорожное, асфальт положим новый. Вот, и там направление будет, выезд из города будет по старому мосту, а выезд в город будет по новому мосту. Бетонная подушка. Только поверху бетонной подушки будет положен асфальт. Это говорит о том, что грузоподъемность совершенно будет другая, намного выше, чем старый мост. И самое главное другое, не будет так изнашиваться дорожное покрытие. По проекту новый мост похож на уже существующий, только внешне. В его строительстве используют совсем другие технологии и материалы. Во многом благодаря этому реализовать столь масштабный проект удалось в рекордные сроки, менее чем за 2 года. Сейчас строители, что называется, находятся в завершающей стадии. Уже выполнена гидроизоляция моста, рабочие устанавливают перильные ограждения и вот-вот приступят к заливке защитного слоя бетона. Как отмечают специалисты, мост – сооружение комплексное, включающее подъезд. Подъездные пути, троллейбусные линии, береговые укрепления и многое другое. Мост – это не только проезд поверху, но и комплексное сооружение. Сюда входят также кабеля, ростелекомовские, электрика, очистные сооружения, троллейбусный транспорт, натяжка контактной сети. То есть в комплексе рассматриваем и планируем в этот завершающий месяц, в августе, эти работы закончить. Примерно через неделю начнется расширение и самого проспекта. Первые изменения коснутся участка дороги от Вознесенской до Советской. Кстати, горожане поддержали проект реконструкции части Ленинского проспекта в Йошкар-Оле. Участниками публичных слушаний в администрации города стали более 140 человек. Те, кому не безразличны грядущие изменения транспортной инфраструктуры столицы Мариэл. В перспективе центральную улицу города, на которой автомобили сегодня заполонили практически всю обочину, не только расширят, но и обустроят на ней многочисленные парковочные карманы. Нельзя строить мост в никуда. Мост мы построили, но все равно горловина образуется. Ленинский проспект зауженный в этой части, поэтому придется его расширять. А на следующий год мы продолжим проект, и дорога будет расширена до площади Ленина. Там уже, скажем так, по ходу 3 дорог, я думаю, даже если будет очень сильное движение, люди уходят, допустим, на Вознесенскую, затем на Советскую улицу, затем на Волкова, и затем на Комсомольскую и Ленинский проспект. Я думаю, что тут пробок никаких просто не будет, гипотетически даже предположить невозможно, потому что очень широкое дорожное покрытие, есть куда развернуться. Будут учтены и интересы пешеходов. Помимо 3 полос движения транспорта в каждом направлении, обязательно построят тротуары, реконструируют ливневку и наружное освещение. Кроме этого, экологи успокаивают тех, кто переживает за вырубку зеленых насаждений. Взамен одного срубленного в центре дерева в других частях города появятся 2-3 новых, посадка которых запланирована в том числе на нынешнюю осень. Добавлю, что расширение части Ленинского проспекта и строительство нового автомобильного моста являются частью масштабной республиканской программы по реконструкции улично-дорожной сети столицы региона в целом.